Пьяцца Делла Репубблика является одним из самых оживленных мест в Риме, потому что эта площадь находится на перекрестке возле центрального железнодорожного вокзала Термини. На этой площади в античные времена находились огромные термы Диоклетиана. Сейчас в центре площади стоит большой фонтан Наяд. 4 наяды украшают фонтан. История этого фонтана восходит к концу 19 века. В 1888 году архитектору Алессандро Гуэрьери было поручено перепроектировать существующий фонтан. Никто не мог представить, что скульптор представит 4 наяд – наяду океанов, наяду рек, наяду озер и наяду подземных вод – в таком виде. Результат шокировал всех. На фонтане стояли 4 полностью обнаженные молодые женские фигуры, тела которых сияли на солнышке в очень интересных позах. Фонтан сразу же огородили забором, но толпы молодых людей собирались в этом месте с единственной целью – полюбоваться пышными наядами. Папа требовал убрать наяд во имя приличия. Он считал их фигуры слишком откровенными и похотливыми. Но при общественных беспорядках забор снесли, и городские власти решили сохранить фонтан без изменений. Так обнаженные наяды до сих пор красуются в центре Рима. Улица императорских форумов. Прогуливаясь по ней, я сразу вспоминаю, что она была проложена во времена правления Муссолини. Что осталось после дучи в Риме? Очень много. Муссолини за короткое время изменил облик Рима. Он создал из города церкви и запущенных руин город, сохранивший многовековую историю. Муссолини мечтал придать столице современный вид под лозунгом «Третий Рим». Он называл себя современным императором и продолжателем императора Октавиана Августа. Его цель была освободить Древний Рим. Это означало, что город будут чистить от остатков Средневековья. И за несколько лет средневековые постройки были стерты с лица земли. Были разрушены ветхие здания, античные постройки были очищены от средневековых пристроек. Муссолини тогда заявил, что через несколько лет Рим будет таким же красивым и просторным, как при императоре Августе. Напомню, что при императоре Августе Рим преобразился и приоделся в мрамор. Сегодня здания, улицы и площади, построенные при Муссолини, можно увидеть по всему городу. Они также привычны для города, как и античные руины и церкви. Чтобы показать вам все, что было сделано при Муссолини, это надо обойти весь город. Если не в одном видео, то в нескольких я обязательно вам все покажу. Рим Муссолини белоснежный и строгий. Скорость, с которой были проведены работы по восстановлению императорских форумов, Капитолийского холма и храмов на площади Торре Аргентино, достойна восхищению. Но при таких быстрых работах уничтожался слой Средневековья. Прогуливаясь сегодня по улице императорских форумов, можно только догадываться, сколько средневековых зданий похоронено под асфальтом. Ведь здесь вплотную друг к другу стояли средневековые дома. Прокладывая дорогу, снесли все, что было на пути. Эта улица была сделана специально для проведения фашистских парадов от Колизея до площади Венеция. На площади Венеция находится дворец Венеция. С балкона этого дворца Муссолини любил говорить речи. Спорный вопрос. Можно ли обвинять Муссолини в том, что он уничтожил средневековые узкие улочки, заменив их на широкие современные улицы, таким образом безжалостно переделав город? Рим не такой город, как все. Его надо пройти пешком, пройти по улицам, площадям, почувствовать себя местным жителем. Это город великой красоты и истории. Давайте поднимемся по пологой лестнице Кордоната, которая приведет нас на Капитолийскую площадь. Сейчас мы поднимаемся пешком, а было время, что по ней поднимались на лошадях. И есть даже видеосъемки, что по лестнице спускались на машине. Здесь, на Капитолийском холме, находится мэрия города и Капитолийские музеи, которые считаются самыми первыми публичными музеями. Капитолийский холм является самым маленьким из 7 знаменитых холмов Рима, но самым важным, потому что в свое время здесь стояли самые большие храмы в городе – храм Юпитера, храм Юноны Монеты. В средние века, когда храмы рухнули и почти все следы древнеримских построек исчезли с этого места, Капитолийский холм был переименован в Монте-Каприно из-за того, что здесь паслись овцы и козы. Капитолийский холм приобрел свой нынешний облик в первой половине 16 века – когда папа Павел III поручил Микеланджело новый проект. К папе с официальным визитом должен был приехать Карл V, и папа решил привести в порядок холм. Когда Микеланджело умер, работы на холме еще продолжались.
Знаменитые архитекторы того времени взялись закончить площадь, но внесли некоторые изменения. Микеланджело также нарисовал геометрический узор для площади, но эта часть проекта была отложена, и первоначальная идея Микеланджело была вновь принята во внимание только в 1940 году при Муссолини. В центре площади 12-конечная звезда. Этот рисунок был сделан по проекту Микеланджело. Площадь имеет форму трапеции, а в центре мы видим конную статую Марка Аврелия. Среди множества статуй на площади самой известной является статуя императора Марка Аврелия. Бронзовый памятник первоначально стоял в районе Латеранского холма, рядом с базиликой Сан-Джованни, примерно на том месте, где сейчас стоит Латеранский обелиск. Об этом свидетельствуют рисунки и картины, сделанные до переноса конной статуи. На этой площади случился случай, про который многие уже давно забыли. 20 апреля 1979 года напротив Дворца сенаторов взорвалась бомба. Только благодаря тому, что в эту ночь была гроза, площадь была пустая и жертв не было. Статуя Марка Аврелия не пострадала, но ее решили увезти на реставрацию, которая длилась 9 лет. После реставрации конную статую не поставили на площадь, а убрали под крышу в музей, здесь же на площади. А на площадь поставили хорошую копию. Конная статуя, которая сейчас находится в Капитолийском музее, считается единственной уцелевшей бронзовой конной статуей. Император верхом на лошади разговаривает с людьми. Хотя другие интерпретируют жест протянутой руки как знак милосердия по отношению к военнопленному, который, возможно, был под поднятым копытом лошади. Марка Аврелия помнят как императора-философа. Он был одним из немногих императоров, которые совершенно не интересовались гладиаторскими играми. Он предпочитал читать. В средние века считалось, что эта статуя изображает римского императора Константина. В 313 году он снял запрет на исповедание христианской религии. Только потому, что, думая, что это Константин, бронзовая статуя хорошо сохранилась. В то время как другие статуи, изображающие императоров до Константина, у них была языческая вера, были намеренно уничтожены где-то в V веке. Спускаюсь с Капитолийского холма. Там вдалеке видна улица императорских форумов, по которой мы с вами проходили. Справа Колизей, слева площадь Венеция. И мы вновь на улице императорских форумов. На рынок Трояна многие туристы любуются со стороны улицы императорских форумов. Это громадное полукруглое сооружение в прошлом было рынком. Здесь находилось много торговых лавок. Рынки в античном Риме были всегда. Но здесь впервые в Риме был построен настоящий многоярусный, первый в Риме торговый центр. Когда вы приедете в Рим, я советую вам зайти сюда и прогуляться по этому рынку. Сейчас это музей, в нем часто проводят выставки. Например, сейчас проходит выставка, посвященная 200-летию со дня смерти Наполеона. Выставка прослеживает отношение Наполеона к античному Риму. Наполеон тоже был влюблен в античный Рим. Он называл себя римским императором и заявлял, что реформирует империю. Но создание империи оказалось не по зубам. Во время его правления в Риме проводили раскопки и перепланировку города. Неизвестно, чем бы она закончилась, если бы довели ее до конца. На рынке Трояна неповторимая атмосфера. Мы находимся с вами в самом сердце Рима, а кажется, далеко-далеко от шумного города. Здесь всегда так тихо и красиво. Сохранилась даже улица под названием Виа Бибератика, улица Пьяниц. Здесь была винная лавка.
Ну а если у вас мало времени и не получается посетить рынок Трояна, то пройдите хотя бы по этой дорожке и рассмотрите рынок Трояна поближе. Этот кадр я сняла, когда была на смотровой площадке рынка Трояна. И вон там та самая дорожка, по которой мы сейчас с вами прошли. Итальянские гиды проводят экскурсии местным жителям. Когда я вижу людей на улице, кажется, что все вернулось на свои места. Люди гуляют, встречаются, общаются, и мне хочется войти в эту шумную толпу, чтобы увидеть счастливые глаза прохожих. В такие моменты забываешь обо всем. Хочется идти и просто любоваться людьми. Никому не известно, когда все это закончится. В Италии опять увеличилось число заболевших коронавирусом. Несколько регионов объявили красной закрытой зоной. На этой неделе у меня было много разных дел, и совсем не хватило времени на обработку видео. Поэтому на этой неделе будет только одно видео. На этом я буду прощаться с вами, и до новых видео, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Пока, видимо, всем нам придется гулять только так. Но это в любом случае лучше, чем ничего.
Thank you.